Спасибо, что не переключаете канал, мы продолжаем. В Петропавловске состоялось очередное заседание дисциплинарного совета. Рассмотрено 6 дел о коррупционных правонарушениях. Какие рекомендации по ним приняты, смотрите далее. Дисциплинарный совет рассматривает сегодня 7 вопросов. 6 из них – дела о коррупционных правонарушениях и несоблюдении норм Кодекса чести госслужащих. Отнесли к таким и нарушениям Марата Мукашева. Он возглавляет конкурсную комиссию по государственным закупкам в сфере строительства. При проведении процедуры утвердил 15 заявок по 3 лотам. Однако сегодня заявляет, этого он не делал. Электронные подписи поставил кто-то другой. За нарушение государственный служащий уже наказан, получил строгий выговор. Члены диссовета, посовещавшись, решили рекомендовать отменить выговор и вынести Марату Мукашеву предупреждение о неполном служебном соответствии. А это уже дело в отношении акима Акжаркынского сельского округа Акжарского района. Руководитель выдал разрешение одному из хозяйств на добычу и использование щебня. По словам прокуроров, таких полномочий у него нет, поэтому действие незаконно. ТО «Стандарт Лизинг» было вывезено с территории и складировано щебня объемом более 3000 кубических метров, на чем был причинен ущерб окружающей среде на сумму 1 350 000 тенге. В настоящее время по актам надзора указанный субъект бизнеса привлечен к административной ответственности и было дано предписание о возмещении ущерба, как штраф наложен, так и ущерб погашен. Сам же аким утверждает, хотел, чтобы отремонтировали дорогу к селу, поэтому и подписал документы. Не подумал, подписал, но эта дорога вообще у нас проблемная была. Вот в зимнее время вся дорога забивает, но низкий грейдер, проблема, даже скоро даже хлеб завести. И вот плюс элеватор тоже подход, чтобы был. А так у нас дороги вообще нет. И проблема, вот сейчас у нас даже хлеб не доставляется. Я с такой мыслью подписал, что они дорогу сделали. Дисциплинарный совет взял во внимание этот факт и то, что материальный ущерб государству фирма возместила. Рекомендовал объявить акиму сельского округа взыскание о неполном служебном соответствии. Александра Салмина, Жолдузбек Ермуканов, новости МТРК.